Так, друзья, обрадуем жителей данного подъезда, повесим Владимира Владимировича прямо в лифт. Так, ровненько, ровненько, ровненько. Отлично, кажется. Так, теперь устанавливаем камеру, чтобы никто, не дай бог, не украл. Твою мать! Охренели, девушка. Ты, овация! Ой, ёб твою мать! Какой дурак повесил! Я знаю, вот здесь вот камера. Ну не надо, не спалиться. Они за нами следят. Вообще уже, подожди. Подожди, ты перебиваешь. Подожди, ты что делаешь? Батюшки мои. Что это такое привил-то? Кошмар какой-то. What the fuck? В смысле, серьезно?